Мы ведем наш репортаж с ежегодной гонка на Кубок пустыни. Целый год все экипажи готовили свои машины к этому дню. Мы видим, как далеко за этот год ушел конструктивный мысль. Новые идеи, новые решения будут проходить проверка в непроходимых песках. Остался совсем немного времени до старта. Итак, 5, 4, 3, 2. Найм, стоп. Это есть фальстарт. Поехали. Это был фальстарт. Старт. У нас самая быстрая машина. Кубок у нас в кармане. Главное, о поворотах сообщай заранее. Что? Заранее говори, когда поворачивать. Не слышу. Повороты заранее, чтобы я успел повернуть. Хорошо. Налево. Что? Налево. Громче! Поворачивай! О, какое несчастье! Какой сенсация! Главный фаворит сходит с дистанции! Да, по-моему, нас ждать не стали. Да, все-таки мы ехали чересчур медленно.